Нече. 1887 год. Паровозик. Приехали на Брянское подворье. Мы здесь школа. Привезла внука. Вон они, внуки уже пошли мои. Приветствуем гостей Брянское подворье. Здесь красиво. Здесь мы заплатили денежку. Билет такой дешевый, 50 рублей. С ребенка, взрослый 100. Я считаю, что это для такого музея это даже копейки. Вот. Все дерево, под дерево сделано. Красиво. Здесь кафе. Интересные. Подкова. Здесь как куют. Здесь скамейка радости. Скамейка радости. А это скамейка любви. Можно влюбленным подходить. Вот. Ну там дальше еще скамейки посмотрим. Тиски какие. Вот сделана роза. Такая. Так, подключайте подсвечник. Роза. Ну так да. Я вот так. Ну корни. Вот, они видишь, как кушает. Ой, какие лапочки. Что, Ром? Вот она. Белочка колесит как. Вот вторая прибежала. Вот она. Здесь павлины. Они он гусь просит. Кушать, давайте скажи кушать нам. И там он фазанчик, он хороший ходит. Да ближе к тебе, да. И тебе. И что давайте? И мне дайте просят, дайте мне. Что вы не даете? Это индюки идут, тоже хотят, чтобы их покормили. Страусы. Но их кормить нельзя. Нельзя страусов кормить. Нельзя, потому что у них своя еда, поэтому нельзя. Вот они. Вот они, красавчики. И там ходят за вольером еще. Так не надо подходить близко. Не надо, то... Пойдемте дальше. О, смотрите, какие дикие плюшки. Смотрите. Смотрите, какие хрюки. Ты представляешь? Они же в грязи лазят. Мясо любишь? А, Ром? Да. Любишь мясо? Ну так вот это с них мясо. Хрюшек. Вкусно пахнет. Не будешь больше мяса есть? Розочка, Борька, Жора, Матильда. Наездница какая. Где еще? А я гладить можно? А пони гладить? Не попробуй. И на пони. Сходи вам, пожалуйста. Что вы кормите их, да? Вот они стоят.
Все сделано из дерева. Как такой брус большой. Вот они такие здания. Именно дерево. А дышится прямо вот дерево. Ну это, наверное, вот отдыхаю здесь, типа кафе. Да? Ну, ну, на этом нормально, правда? Только ноги устали, да? Осел Зая. Это осел Зая сидит, лежит, вернее. А то верблюды ходят. Но далеко к нам не подходят они. Зая, Зая, идем сюда, дадим тебе яблочко. Идем, идем, Зай. Зая. Тимурчик. Вот он какой. Смотри, ты близко снимаешь его. Отойди подальше. Да, смотри, Матвей, смотри, какие у него копыта. Смотри, копыта, смотри, какие у него. Вот он ходит по песку, по снегу и не проваливается, потому что они у него... Ты вот так сбоку, раз, сбоку, видишь, что твои пальчики были, и все, на. Не бойся. А я не боюсь. Вот так, смотри, сбоку даешь, видишь, у тебя пальчики остаются сбоку, а яблочко дала тоже. Вот, да я ему это последнее дам. Ну, давай. Смотри, бабка, сними меня на мой телефон.